Всем привет, меня зовут Олег, вы на канале Chef Games, и это следующая серия Skyrim. В одном из фортов тормознулись разнести бандитов, и остановился я на главаре бандитов, вот здесь вот дверка. Что-то, короче, на легенде это просто адский ад, и... Я, короче, пытался ныкнуться вот здесь вот. Есть местечко такое, прям хлоп, хлоп. И попытаться его как бы расстрелять стрелами. Но как только я достаю лук, он убегает. И это бесполезно. Поэтому придется его разматывать старым добрым способом. И на чуть пониже уровня. Потому что, ну, нереально. Нереально. Ладно, погнали. Давай сюда. Оп. Хорош. Сейчас будет весело, если он меня и так разнесет. Давай. Оп. Хорош. Так. Так. Ну давай. Да блин. Да, на этом уровне поприятнее, конечно. По-моему, эксперт, что ли, называется. Не легенда, а эксперт. Ух ты, зараза. Вот что я скажу. Лучше беги, тогда я ударю тебя в спину. И когда как бы начинаете, да, на каком-то там уровне, все равно получается без вариантов. Что ли, то есть менять сейчас, да, вот если его чуть-чуть подрубить и менять сейчас уровень сложности, работать это не будет. Дневник бандита. Окей, ключ от форта, слабое зелье. Он зачарованный, оказывается. Просто вот как-то так. Это бесполезно. Я сейчас его разнес, получается, на... эксперте. Ну и, соответственно, великий камень душ, золото и железная булава. А так, тут может быть что-то еще. Какой-нибудь... А что, еще один ключ, что ли? А, от библиотеки. А что еще там? Ничего нету? В комоде ничего нет? Нормально, рюкзак мага. Прикол. Слушай, надо обыскивать, получается, и вот эти хреновины. Слушай, ну а как? Какие-то княженцы. И они ничего не дают. Да. Это все фигня. Ну, по крайней мере, я разнес. Да, такие стоящие книжки, по факту, карта обновлена. Прикольно. А вот, кстати, это что, путеводитель по Скайриму? Дух Нирна. Книга до Эдра. Да, интересно, интересно. Но ничего полезного. Еще тюрьма осталась. Так, я не понял, а где еще что-то я... А! Адепт, точно. Я же уже вскрывал какую-то дверь. Какую-то дверь я вскрывал. Ну, получается, тяжеловато. На легенде, честно мне сказать, тяжеловато. Хочется как-то поиграть, а не мучиться. Мастер, да? Легенда. Ой. Короче, я хочу мастера. Ну, блин, почему надо зависнуть все время, а? Ну, надо все время зависать.
Какой ученик? На мастере. Все. Хотя бы на мастере. Так, вот, еще один сундучок. А что, я тут не был? Странно. Эксперт. Ничего себе, эксперт. Так, ладно. Тихо. Тихо, у меня 54 отмычки. Тихо, сейчас вскроем. Нет, нет. Нет, нет. Да. Ай-яй-яй. Так, я ладно нашел. Нет. Да. Хорош. 58 золота. Свиток призыв. Том заклинания дубовая плоть, которая у меня уже есть. И орчий топор. Неплохо. Неплохо. Угу. Светильник. Это нам ничего не дает. Тут тоже ничего интересного. А вот песень... Нет. Ничего не дает. Прокачек нету никаких. Чего? Кран. Кран, и правда кран. Хорошо. Что можно было, то взял. Так, а здесь что? Испорченная книга. Тут что? О! Легкая броня. Хорошо. Хотя бы так. Ну, здесь, в общем-то, все, что я мог, в принципе, сделать. Что мог и что не мог. А здесь что? Угу. Ну вот так на мастере поиграю. По крайней мере, хотя бы поиграть можно, а не мучиться. Легенда все-таки тяжеловата для меня. Это если вот чуть прокачаться, тогда да. Тогда можно будет попробовать переключить легенду, и уже будет поинтереснее. А так мне, в принципе, устраивает и на мастере. Да, все, здесь совершенно все. Идем в тюрягу. Так, ил убрать. Ну, форт еще не зачищен. Еще осталась тюряга, еще вот туда надо сгонять. Здесь есть что? Так, кузня. Железная секира, железный боевой молот. Тут-то стоять. Руда, руда. Это в Айтране я смогу переплавить. Там была, по-моему, плавильня. А теперь у меня есть кирка, и, в принципе, я могу делать всякие разные слиточки. Ну и дальше пойдем уже по сюжету, если нам еще что-то либо не подвернется по дороге, то пойдем уже в сам Вайтран. Оп, оп. Бах. Эх, вот это я крякнулся. Ладно. Пока идем.
залечимся. Окей, пошли. Я думаю, тут уже не будет так все сурово. Здесь будет полегче. Ты что-нибудь слышишь? Блин. Что это было? А? Ой, лишь бы не маги. Где они? Куда иди? Бандитос. Оп. А ты что тут? Что мимо-то? Да боже мой-то, а? Тихо, тихо, тихо. А что мне сожрать-то? У меня нечего. А, есть. Так, так, и... супец. Пошли. Да ты успокойся, а? Это слабенький был, понятно. По нему видно было. Причем бандит. Нормально. Угу. Ничего интересного не вижу. Так, тут ничего интересного. Здесь что? Сундучок небольшой. Тоже неплохо. Ой, зачем я его взял? Тут я не понял. Ничего нету. Здесь я зашел. Ну, погнали. Вниз так вниз. Хотя, по идее, наверх тоже, наверное, был путь. Где-то. Темно как... У кого-то. Где-то. Так, еще вниз, да? Колонна. Все, стальная булава. И что, никого? И все? А, не, вон. Еще проход. Так, окей. Тут ничего интересного? А-а. Слушай, кирка, это вниз сейчас, правда? Опа. Что-то было, что-то было. Ну, привет, ребяшки. Я что-то вообще этого не помню. Какая жила? Никакая? Никакая. И чё? Так, это проход, так? Так, я отсюда стартую. Плыву сюда. И где я? Вот, блин. Прикол. А ну-ка. Лодки, шмотки. Тюрьма. Ха! Прикол. По факту здесь ничего интересного-то и нету. То есть просто из реки заход сюда, в тюрьму. И чё? И ничего. А, карта. А чё, в чём прикол-то? Странно. Я, может, где-то дверь пропустил. Ч
что, это все хотите сказать? Пойдем посмотрим. Так. Skyrim и Skyrim. Это на... кошелек с монетами. Это наверху получается. Значит, еще где-то подъем должен быть. Не может быть такого, что на этом все. Ну, видимо, на этом все. Ладно. И здесь Skyrim, и здесь Skyrim. Где еще дверь? А, ё-моё. Так. Ну и все. Получается все. Правильно? Закончили мы тут ковыряться. Вот я вижу еще сундучок один. И, в общем-то, на этом все. Не вижу я, что... что он очищен почему-то. Тюрьма, тюрьма. Еще одна тюрьма. Так. Очень странно. Просто безумно странно. Где-то еще, что ли, один заход? Я не могу понять ни черта. Давай. Так, хорошо. Давай еще посмотрим. А, вот. Нет, погоди, сюда я заходил. Так. Получается все. Я больше ничего не вижу. Надоел мне этот форт, честно скажу. Просто до невозможности. Полетели отсюда. А то это можно так до бесконечности играть. По одном и том же месте. Вы, кажется, болтали со Свеном, я прав? А, впрочем, неважно. Но на твоем месте я бы держался от него подальше. Бери, что тебе нужно, друг мой. Угу. В пределах разумного, конечно. Да я уже у тебя все взял, что мог. Так, давай-ка шкурки. 4 кожи. Раз. Полоски кожи 2. Кожи 3. Полоски есть. Все, хватит. И, в общем, точильный камень. Что там? Стальная булава, стальная секира. Давай-ка стальную секиру мы сделаем. Может быть, я с ней поиграю. Стальная булава. Да ну ее. Так. Да хранят тебя боги. Да, да, да. И тебя тоже. Тут делать нечего. Все, окей. Идем, продаем. Что там у нас удалось набрать? Спать. Мы с тобой здесь. Побрякушки, всякая всячина и прочие безделицы. Ну, нормально, почти 4000. Неплохо. Оружие. По сути... А, слушай, десятка. Неплохо. Так, стальная секира. Ни о чем. Стальная булава потери.
Отнимает 20 единиц магии. Ну, это так себе. Мы ее продаем. Стальная булава продаем. Посох обморожений продаем. Посох мужества аж 2 штуки. Да и да. Короче, боевой топор неплохо. А вот урон, так, 10 единиц электричества отнимает вдвое меньшее количество единиц магии. Но он 12. У меня есть железная... Я что, продал, что ли? Я не пойму. Так, железный боевой молот. Так, себешный. Давай-ка его пульнем. Двуручный меч 27. Я, по-моему, продал. Ну ладно, пусть будет 12 урона. В принципе, нормально. Я реально булаву свою продал. Так. Кирка. Хорошо, оружие, одежда. Понеслась. Нордская минус 3, чем у меня. Это не пойдет. Золотое ожерелье. Не буду я сейчас ничего, наверное, пока зачаровывать. Кожные сапоги. Так, сопротивление морозу. Это мне не интересно. Одеяние. Одеяние малого... Восстановление глупости, изменение вообще отстой. Некроманта 3 штуки, да почему бы и нет. Рюкзак искателя приключений. Так, рюкзак мага. По сути, продадим. Бах. Серебряное колечко туда же. Кольцо с рубином туда же. Ожерелье с изумрудом. Так, тебя стоит. А, слушай, неплохо стоит, а? Забияки, удар без оружия. Это мне, в принципе, не интересно. Малого удара, перчатки малого удара. Это атака одноручным оружием. Ну, а денег нет. Черный день мага 51. Да. Хорошо. Так и оставляем. У тебя что есть? Ну, это все неинтересно. Книги. Тоже все то же самое. Слабое зелье запаса сил. Заберу. Зелье огню, слабое зелье лечения. И, в общем, зелье лечения 109. Так, я могу еще что-нибудь продать. Книги. Анонимное письмо. Забирай. Дневник бандита. Дневник бандита. А я что-то читал, не читал, не знаю. Искусство боевой магии. Дубовую плоть забирай. Вызов зомби забирай. И пока, наверное, вот так тоже забирай. Дневник бандита сейчас читанем. Свитки, да, забирай. Да, пофиг, забирай. Хорошо, отлично, замечательно. Он пуст, я тоже, в общем-то, пуст. О, как вечереет. Я тебя повсюду ищу. Братан, тебе ты чё? Тебе просили кое-что передать, лично. Опять? В руки. Да брось. Посмотрим. Ого, письмо от Ярла. О. В гору идешь, не иначе. Но конечно. Вроде всё. Ладно, мне пора. Так, письмо от Ярла. Чё хочу? Дневник бандита я читал. А я, наверное, читал. Сейчас я пойду продам ее нафиг. Письмо от Ярла Фолкрита. Чё пишут?
Ой. Виктори, позволь мне представиться, мое имя Сигизмунд. Я имею честь быть ярлом древнего города. Так, моих ушей достигла молва о твоих подвигах в Скайриме. Если ты желаешь стать чего-таном владения Фолкрид, зайди поговорить со мной, Фолкрид. Как будешь в Фолкрите, титул не только принесет тебе честь и уважение, но и позволит тебе иметь личного Хускарла. Могу также сообщить конфиденциально, что если твои услуги окажутся полезны мне, ты сможешь приобрести в собственность участок землевладения Фолкрит. Я тебя услышал. Фолкрит. Это типа... карта. А чё? Фолкрит. Фолкрит. Ну, чё-то как-то я сомневаюсь. Не хочется мне пока. Что Фолкрит? Пойдем. Тут, по идее, где-то еще должна быть. Пока уберем. Перед бурей мы туда пойдем. Так. Здесь таверна. Вот я в ней еще не был. Возможно, я сейчас... Оргнар! Оргнар! Ты слышишь меня? Тебя трудно не услышать. Что-нибудь услышу. Эль скоро испортится. Опа. Нам понадобится новая партия. Да ты че? Ну, привет. Дельфин, ага. Так это ты тут все разнюхиваешь? Рассказывают, будто Ульфрик Буревестник сбежал от имперцев. Теперь война еще сильнее разгорится. Так. Рассказывают, будто Ульфрик Буревестник сбежал от имперцев. Иди теперь ты. Война еще сильнее разгорится. А ты где? Налей-ка мне кружку эля. Сейчас принесу. Нужно что-то? А что ты там пялишься? Потрещай с тобой. Нужно? Хочу, ты. А что это ты твоишься? Болеешь или чё? То, что ко... с тобой так, рядом понятно, с тобой толку без толку. Я давай с тобой поговорим. Моя обязанность. У нас есть комната. Я могу воспользоваться алхимической лабораторией. Только прибирай за собой потом. Пользоваться так. Умеешь? Из пшеницы и лютика можно изготовить лечебное зелье, если ты еще не знаешь. Кстати, у нас есть множество ингредиентов на продажу. Так. Ты чё? Я с тобой... Нужна комната? Обратись к дельфине. Где можно узнать что-нибудь о магии? Хочешь себе жизнь испортить? Говорят, маги от чар сами взрываются. Безопаснее будет поучиться у придворного волшебника нашего ярла. Налей-ка мне кружку. Неплохо. Были кое-какие слухи. Мальчик из Виндхельма по имени Авентус Аретина пытался вызвать темное братство. Так, окей. Тебе доводилось бывать в святилище Азуры? Говорят, его построили темные эльфы после бегства из Муравинда. Впечатляющее зрелище. И еще задание. Вот, посмотри-ка. Люди ярло зашли и оставили это объявление. Да блин. Контракты на розыск? Чё-то я не готов. Погляди. Бегать по всему Скайриму за кем-нибудь. Ингредиенты. О, чё только нету, а? Так, лишайник. Возьму, узнаем.
Гниль на миры возьму. Жиртролли уже знаю. Лютый гриб возьму. Пчела возьму. Пшеница возьму. Сердце доэдра, да хорош. Масса шел, у меня столько денег нету. Так, серебристый окунь, не помню, по-моему, у меня был. А, сиродильский лопатохвост. Ну пофиг, тебя возьму, тебя возьму. Соль знаю. Поехали. Ладно. Оп, оп. Ингредиенты. Понеслась. Ой, какая дрянь. Это я знаю. Так, не сдохнуть бы. Послёнчик. Пчёлку сожрём. Пшеницу сожрем. Сопротивление. Так. Рыбку сожрем. Еще одну рыбку сожрем. Фу, вот это, наверное, дрянь. О, смертная плоть. Да. Урон здоровью. Ну, естественно. Снежные ягоды. Это я уже знаю. Эльфийское ухо. Оп. Ох, меня тут наколбасило, а. У нас есть комнаты и еда, и выпивка тоже. Я готовлю. Вот, пожалуй, и все. Так, ну-ка, давай-ка попробуем что-нибудь. Вы можете создавать зелье. Знаю. Восстановление магии. Красный горноцвет и мора типинелла. А что, доп. Ингредиентов даже не надо, что ли? А, все, раз, раз. Это ода в честь несгибаемых защитников Скайрима, имперцев. За юность мы пьем, прошлый дня наш почет. Скоро век произвола зелье восстановления магии истечет. Побьем, братья, в бури, землю нашу вернем. Защищать край родной будем мы день за днем. Сопротивление холоду, восстановление здоровья. Ульфрик, изменник лихой. Магия, как урон магии. Так будет запасы сил. Урон здоровью. Скайримские дети, битва нам словно мать. Нас Авангард ждет светлый. Сопротивление огню. Жизнь отдать. Так, и доп. Ингредиент. Но прежде очистим мы отчизну свою. Опа, создано зелье сопротивления холода, открытый эффект, снежные ягоды, сопротивление холода. Неплохо. Восстановление магии, урон магии, неплохо. Лиловый горноцвет. Давай. Ничего не удалось. Так, так, так. О, урон здоровью, есть. Так, допустим, так. Ничего. Так. 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 О, урон магии. Огонь. Так, так, так. Урон здоровья. Все. Чего-то тут принесу. Понасоздавал. Что у меня есть? Ух! Сколько всего. Давай что-нибудь продадим. В прошлый раз не заплатил. Я найду денег. Я всегда... Питье для жаждущих, пища для голодных. Ингредиенты. А есть что? Нет. Ингредиенты. Жир тролля. Ну, не знаю.
Сердце Даэтра. Так, продать, продать. А, я не могу. О, злокрыс только могу продать. Все. Зелье он не покупает. Ну и ладно. И по факту мне тут больше делать нечего. Так. Погоди. Разные. Приют. Надо убить главаря бандитов. Ох, ё. А где это? Убить главаря бандитов. Ну, пойдем, выйдем. Ой, вышел. Ну-ка. Карта мне нужна. Карта. А, вон ты где. Приют. Блин, очуметь. И это после White Run, я думаю, можно будет сгонять туда. Короче, мы идем в сторону White Run. Поэтому пока нет. А ну-ка. Это вон аж где. Так, уберись. Маркер. Удалить. Это Виндхельм. Окей. А, все, вспомнил. Эту миссию я вспомнил. Это все потом. И это все потом. Далее. С Ярлом это понятно. Посетить коллегию, вступить... Ярл Вайтрана. Окей, все, погнали. Идем. Может, что по дороге встретиться. Тут до Вайтран рукой вообще подать. Так. А что факелов? Нет, что ли, у меня? Он, впрочем, факел F. Соответственно, факел. И теперь у меня... А, все понятно. Булава, кирка, короче, боевой топор, а вот 12, тоже 12. Ну, давай, что ли, так, на всякий случай. Ну, тут пока делать нечего. Оп. Олень. Олень, ты чё? Гуляешь тут? Эй, беги! Рогатый. Слушай, оленью шкуру можно было зацепить. Ну, ладно. Так. И где вы? Ага, сюда иди. Да блин. Одна ручку прокачаем. И шкуру заберем. Пригодится. Где ты, братан? В общем, идем потихонечку, идем. Топаем два этрана. Вы чё? Знать не хочу. Оставьте меня в покое. Ты кто такая? У меня времени дурака валять. Иди сама, или мы тебя потащим. Брат, я думаю, она говорит правду. Никуда я не пойду. Идите отсюда, пока я вам не наваляла. У нее нет шрама.
Что? О, ты прав. Мы ошиблись. Иди своей дорогой, пока твой язык не довел тебя до беды. Когда в следующий раз будете приставать к людям, вначале убедитесь. Понятно. Все как обычно. Так, что у нас тут? По пути это, скорее всего, лаванда. Еще лаванда. Горная лаванда. Пасека или что? Я уж не помню. Медоварня. С медоварней тоже будет связана, насколько я помню, какая-то канитель. Горноцвет. Куда полетел? Ай-дай-дай-дай-дай-дай. Оп. Бабочка. Так, ну это тут можно, конечно, много чего собирать. Мне пока сейчас это не нужно. Постой! Я тебя знаю. Думаешь? Ошибки быть не может. Ты та, кого разыскивают. Пора тебе заплатить за свои преступления. Блин. Черт тебя подери, а? Так. Заплачу штраф, давай. Что ж, по рукам. Но я конфискую у тебя весь краденый товар. Иди ты лесом. Можешь валить. Угу. Да ты очумел, что ли? Ты бабу голую оставил, урод. Черт тебя дери, а? Очуметь, вот это... Это я спросил, блин, у него. Путь, дорогу. Ну так всегда, вот к ментам подойдешь. И привет. А бабонька так ничего. Ну, хороша. Мадам. И что он у меня забрал? Офигеть, он у меня просто... Так, железный... мой двуручный меч остался. Хорошо. Чё ещё? Сапоги. Кольцо. Рюкзак. Что-то я ничего не понимаю. Почему она голая-то? Ладно, это мы сейчас намутим. С железными... Говорят, на Хелген напал дракон. Если такое чудище явится сюда, мы будем готовы. С железными... доспехами проблем-то нету. Так. Слушай, а я не помню, чтобы это было... Реально не помню. Может быть, я просто уже давным-давно в это играл. Чё ещё? Ферма сынов битвы. Угу. А ну-ка. Лучок я у тебя заберу. Лучок я у тебя заберу. Так, что еще тут есть?
Лаванду дай. Это кто такие? Тоже вообще не помню. Что это такое? Жилище в тундре. Это я могу себе потом прикупить, что ли? Жилище-то в тундре, а? Железный слиток, корундовый, стальной. Пока я это заберу. Так, руда. А где руда? Это я сейчас выплавлю. Молот. Сейф пусто. Так, хорошо. Кстати, плавильня. А ну-ка, раз пошла такая пьянка, давай-ка выплавим железный слиток. Да, да. А что, нельзя как-то... А, вот, да. Есть такое дело. Пока все. Золотой слиток. Чего только нету. Гнутый двимерский металлолом. Можно, кстати, слитки варганить. Это хорошо. Что еще? Стальная секира. Качественная. Неплохо. Давай сделаем. Давай сделаем. Что у меня еще? На верстаке ничего. У меня нет, получается, шлема. И у меня нет... кожа. И у меня нет... одежки. Слушай, а неплохой. Может, я хочу его. Надо будет узнать, как мне его можно будет получить. Коня, наверное, сюда можно будет поставить. Нужен ключ. Жилище в тундре. Прикольно, прикольно. Плодородная земля. Можно будет здесь что-нибудь вырастить. Пчелиник. Бз-бз. Ладно, забрали. Пока хватит. Ой. А то мед не будет. Так, с этим все как бы, да? Остальные, вот, кстати, камни. Камни, камни, камни. Это все потом. Да. Голенько как-то. Ну, мне по барабану. Я же Нордбаба. Шится, горноцвет. Слушай, тут вокруг вообще чего только нет. Здесь что? Идем в White Run. Где White Run? Вон White Run. Где там вход в этот White Run? Я уж даже не помню уже. Ой, какая музыка, а? Какой кайф. Оп. Мать твою за ногу. Да где этот вход уже? Вы что меня бесите, блин? Я чё вокруг шлындуюсь-то? Здесь, наверное. Да, вот конюшни.
Чуть не кирдыкнулся. А ну-ка. Сгоняем-ка вот эту еще ферму откроем. Это что? Ферма Пелагио. Офигеть, сколько тут ферм. Так, конюшенки. Вайтран конюшни. Ну. Бегом. А чё там такое? Чуть не помню. Ну, прикол. Я реально не помню это. Можно было что-то где-то здесь походить. Да, я не люблю фасады. Стой. Из-за драконов город закрыт. Проход только по официальной надобности. Так, Риверуд просит помощи у Ярла. У меня есть новости о нападении дракона на Хелген. Может, ты передумаешь, отойди в сторону или пожалеешь, я приду позже. Ну, давай попробуем. Ладно. Но смотри у меня. Смотри у меня, красноречие. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Вайтран! Е-ей! Ну, здравствуйте. Мы заплатим любую цену. Но нам необходимо больше мечей для имперских солдат. А, помню, помню. Одна я с таким большим заказом просто не справлюсь. Почему бы вам не усмирить свою гордость и не обратиться за помощью к Йорлунду Серой Гриве? Угу. Ха, а я скорее склонюсь перед Ульфриком Буревестником. Да и не станет Серая Грива ковать мечи для Легиона. Будь по-твоему, я возьму заказ, но не жди от меня чуда. Так... Надень на себя хоть что-нибудь, тупица. Конечно. Ой, зачем мне доспех для лошади? Погоди. Да предостаточно. В целом мы процветаем. Правит городом Ярлка. Хотя тебя, наверное, больше заинтересует Йорваскар. Праздничный зал соратников. Их славные деяния и вправду легендарны. Так, ладно, это соратники, понятно. Загляни в магазин. Это дом теплых ветров. Обычно его мне как бы то ли дарят, то ли я что-то покупаю его, не помню. И целая куча заданий здесь, просто тьма. Здесь просто тьма. Здесь магазинчик, закрыто. С разбойниками я еще могу справиться. Но теперь вон, а драконы объявились. Горцующая кобылка. Хорошо. Вот только, по-моему, здесь все спят. Все хорошо, надеюсь? Конечно. Это кто? Талоса. Так, поспать, наверное, в горцующую кобылку, да, чё скажете? А потом уже днём пойдём. Послушаем, чё там мне скажут. Блин, с доспехами надо что-то ещё покумекать. Заходи, мы как раз подложили дров. Присаживайся и согрейся. Отлично. Ничего, что я голенькая, да? Вам нормально? Нормально так, хорошо? Да? Ничего? Не против? Ну ладно, как скажете. Работа мне не в тягость. Чем могу помочь? Что есть на продажу? Питье для жаждущих, пища для голодных. А, ингредиенты, соль, а пища что? Ну, вот это тут так себе. Так, снять комнату, что-нибудь слышно. Наверняка ты уже знаешь про золотолист. Здоровенное дерево. Все обгоревшее посреди ветренного района. Это святыня храма Кинарет.
Люди хотят, чтобы Даника что-то сделала с этим безобразием. Но ума не приложу, что тут вообще можно сделать. Даника. Так, где можно узнать что-нибудь о магии? Магия для слабаков. Есть, конечно, Фарингар. Он-то хоть и Ярлов-чародей, но все-таки норд. Ярлов-чародей. Так, где можно... Я так и думал. А можно ведь поучиться и у норда. Например, у Ярлова-чародея. Окей. Нет, розыском пока не хочу. Сюда. Давай, показывай. За юность мы пьем, прошлым дням наш почет. Скоро век произвола совсем истечет. Побьем, братьев бури, землю нашу вернем. Защищать край родной будем мы день за днем. Дай мне знать, если тебе еще что-нибудь нужно. Хульда. Фрик, изменник, лихой, да разве мне от Хульды что-нибудь надо? Так будет у нас мир горой. Прикольно. А чё? Мы скалинские дети, битва нам слов на мать. Нас Авангард ждет светлый, каждый раз жизнь отдать. Ладно, спать. Три часа. Ночи, давай, часов 5-6. 6 часов поспим, нормально будет. Да? Да, отлично. Обязательно этим займусь. Оп, погнали. Но прежде очистим мы отчизну свою, не уступим мы наших надежд воронью. Тебе бы лучше. Все меня одеть хотят. А может, мне так нравится? Может, мне нравится так, а? А? Хороша девица. Вот растяпа. Слышь, ты. Я имени торчу за прилавком, чтобы освоить... И так тяжело жить, когда все мужики к тебе пристают. Да, немного того, немного сего. А, это опять пища. Свежие фрукты и овощи каждый день. Тебя что? Ну, почти. Нежнейшая... Да немного того, немного... То же самое. Я пришла купить еды на зиму. Здесь не думаю, то. Думаю, тебе вот. Незнакома эта проблема. Горячие душистые хлебушки. Котелок Аркадии. У меня для всех найдется что-нибудь подходящее. Котелок Аркадии, вот она... Вид у тебя бледноватый. Наверное... Поучиться алхимии. Думаю, я могу тебя кое-чему почем? 210. А, неплохо. А, да... Еще новый уровень. Так. Все, выйти. Если потребуется лекарство, ты знаешь, где меня найти. Конечно. Я твой завсегда, а ты буду. Так, здоровье, запас сил. Здоровье я хочу до 200 добить, а сейчас у меня получается 180 плюс кольцо. Поэтому здоровье сейчас берем. Одна способность. Давай-ка стрельбу прокачаем. Так вот я думаю. Бах. Отлично. Теперь... Извини мою наглость. А, так знаешь, значит чё? Ты алхимик. Ингредиенты, пища, зелья. Зелья. Зелье лечения. Да. Зелье магии пока не нать. Зелье. Микстур кузнеца. Стоит как чугунный мост. Так. Слабые. Берем. Мне сейчас некогда. Зелье здоровья. Так, это все не надо. Книги. Рецепт зелья восстановления магии. Ну... Пусть будет. Пища, ингредиенты, книги. Ингредиенты, пища, зелья. Так, продать. Яд, урон магии. Раз. Яд, урон здоровью. Два. Слабое зелье. Так. Сопротивление холода не надо. Зелье меткости, лечение, изменение, сопротивление холоду. Зачем? Восстановление магии, да и бог с ним.
чуточку вернул. Ингредиенты. Это практически мне все известно. Вот эти два. Пушица и лаванда. Ну-ка, хлыбыснем. Пушицу и лаванду. Окей. Речи. Хорош. Ладно, пока мне с тобой тут делать нечего. Пойдем, может, приоденемся все-таки. Что ты там знаешь? Ничего ты не знаешь, что значит бороться. Товары Белитора. Дай мне знать, если тебе что-нибудь приглянется. Ну-ка, расскажи мне. Даже... Да, немного того, немного сего. Одежда. Так. Что-нибудь хорошее это есть? А что такое? А, кольцо. Прикольно. Но железный шлем 180. Железные сапоги. Это не надо мне. Самому что ли сковать? Заходи еще. Нас сейчас в кузницу сгоняем. Что-нибудь скуем. Тут делать нечего. Ты опять ко мне? Да что такое? Просили кое-что передать. Лично в руки. Посмотрим. Гонцы прям бешеные. Ладно, мне пора. И что ты мне дал? В Каснограде. Нам женщин... Чего? Всем боеспособным мужчинам, женщинам, Вайтранам засесть вместе под названием «Приют». Причиняют беспокойство, грабят, нападают. Так, ладно. Рецепт. Письмо. Так, карта. Карта, кстати. Ох, ничего себе карта. Карта сокровищ. Это тоже нужно будет где-то поискать. Питание воина. Во. Йент чего-то там. Много лет назад. Последний своего... своего клана, и хочу передать свой... Чего? Войну, но Норду говорят, что ты отлично сражаешься, но я хочу увидеть доказательства этому на острие твоего клинка. Построили великий зал, сопернический союз. Так. Я не понимаю, что это, но, в общем, очередное задание. Дневник бандита, это уже надо выкинуть. Так. Хорошо, где там кузница? Может, сейчас что-нибудь нормальное у нее взять? Если хочешь чего прикупить, у меня есть. Погляди. Одежка... Да, грусть, печаль. Если что понадобится, загляни. Мне кузница твоя нужна. Дай сюда. Дай. Дай. Железная. Угу. Клепанная, имперская. Фу, какой ужас. Железная. Пластинчатая броня. 42. Не хватает. Остальное что могу? 49, неплохо. Кожаная, это ерундень. Костяное. 50. Разное. Кожаная.
Короче, стальное. Я думаю, надо сейчас вот так вот. Стальная броня солдата. 50. Неплохо. Стальная броня. Давай. Да. Создадим. А еще мне что надо было? Шлем. Блин, а у меня нет, да? К сожалению. Ты мне... на себя хоть что-нибудь, тупица. Ах ты, задница. Тогда я по... Предметики. Так. Опаньки. Ну. Огонь. Прикрыл срамоту. Господи, что за убожество, а? Ну ладно, это временно. Так, окей. Ничего. Да понятно, что ничего. Неплохо. Относительно. Давайте-ка на этом, я думаю, закончим. Продолжим в следующей серии. Я добью... Говорят, стража рассвета возрождается. Да, это я добью себе... или что-то такое. Обосновались в старом форте возле рифта. Может, и мне стоит к ним пойти? В этом... Я работаю на Белитора. Младший помогает. Страж рассвета, отлично. Одни задания сыпятся, просто пипец. Все, давайте, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, ставьте колокольчик. Увидимся в следующей серии. Пока-пока.